На станции «Вородок» активисты «Молодой гвардии Единой России» совместно с сотрудниками профильного управления администрации округа провели профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения на железнодорожном транспорте. Акция проходила на платформе железнодорожной станции. Молодогвардейцы обратили внимание пассажиров на необходимость строго соблюдать правила дорожного движения. На этой станции, как и на других, встречаются люди, которые, чтобы не покупать билет, с риском для жизни залезают на платформы. Волонтеры раздали воздушные шары со словами «возьмите воздушный шарик и покупайте билеты», чтобы пассажиры всегда покупали билет и не было безбилетного проезда, чтобы пассажиры сохраняли свою жизнь. Участники рейда в беседах с пассажирами сообщили, что в Московской области изменился порядок штрафования нарушителей дорожного движения за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах. С 1 числа были повышены штрафы для граждан Московской области до 1500 рублей за пересечение в неположенном месте. –